Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная порция. И сегодня мы с вами проверим один известный лайфхак и миф, который вы сами посоветовали нам в комментариях. Это как же с помощью обычной зубной пасты очистить мельхиоровые ложки, либо столовое серебро. Погнали! И сегодня на обзоре у нас вот такие вот ложечки, уже слегка потемневшие. Вот это вот вообще, в принципе, сильно потемнело. Мы с вами уже тестируем на них уже третий раз. И спустя каждые два примерно месяца они становятся вот такими. Это старый мельхиор советского производства. Сегодня мы с вами и попробуем это все почистить. И не будем долго ждать. Берем обычную пасту. У нас вот такие крепкие зубы и свежее дыхание. Никакой рекламы. Все, наносим, допустим, небольшое количество. И давайте пробовать чистить, работает это или нет. Нанесем с двух сторон вот так вот. И попробуем. Так. Я уже удивлен. Я уже поражен результатом. Посмотрите. Сейчас я просто быстренько сполосну. Я уже поражен результатом. Посмотрите, как быстро и легко с помощью зубной пасты очистились ложки. Просто обалдеть. Посмотрите, она просто блестящая. Как будто бы новая. Давайте нанесем еще средство. Точнее, зубную пасту. И попробуем дочистить уже остальные. Я не знаю, что в зубной пасте так хорошо работает, но действует это на самом деле безумно хорошо. Посмотрите, как быстро счищается все. Все. Давайте на эти также нанесем, на каждую. И проверим этот лайфхак на всех ложках. Потому что мало ли одна очистилась, а остальные не очистятся. Бывает и такое. Мы с вами их уже пробовали кипятить, варить в соде и всяких разных средствах, типа мистик, пасты и так далее, которые стоят 400 рублей. Но я даже не мог подумать, что обычная зубная паста может справиться с этим в два раза быстрее и в два раза лучше. Посмотрите, как быстро все счищается, весь налет. И посмотрите, что мы с вами получили спустя буквально 3 минуты очищения. Абсолютно белоснежные, просто как серебряные драгоценные ложки. Все полностью очистилось, они блестят и очень красиво выглядят. Вот такой вот интересный лайфхак у нас получился с обычной пастой для зубов. Ложки мельхиоровые очищаются на раз-два. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. Ты узнаешь, как быстро и легко и с помощью, главное, каких средств очистить любые загрязнения в доме и не только. Пока!